По инициативе губернатора на основании постановления правительства города Севастополя начали свою работу два маршрута временных с целью оценки пассажиропотоков. Это маршрут номер 86, улица Маринеска, центральный рынок, и маршрут номер 177, бухта Казачья, маяк 1, улица генерала Жидилова. Оценивать будем 3 месяца. Если маршруты не будут популярными, то, разумеется, они даже ранее, там, даже через 2-3 недели будут закрыты. Эти маршруты будут обслуживать 86-й маршрут, 2 автобуса большой вместимости. Обслуживать их будет ГУП «Севавтотранс». Вместимость 1 автобуса 100 человек. При загрузке хотя бы 50% данные маршруты будут признаны интересными и останутся. Второй маршрут 177, бухта Казачья, маяк 1, Жидилова, будет обслуживать ГУП «Севавтотранс», также 2 большими автобусами вместимостью по 100 человек каждый. Маршрут номер 177, маяк 1, бухта Камышовая, остановка Почта. В оставших Ушакова, генерала Мельника, Жидилова. Разворачиваться он будет, доезжать до поворота на Мореходную. Что касается маршрута номер 86, основная задача этого маршрута — это дать возможность людям с ограниченными возможностями воспользоваться низкопольным транспортом с оборудованным пандусом. Да? Что касается района Жидилова, основная цель и задача — это вывоз людей в часы пик, в частности. Маршрут начинает свою работу в 7:15 и отправляется с улицы Жидилова. В это время люди едут на работу, поэтому основная задача — это разгрузить данный район и помочь людям беспрепятственно, нормально добраться на хорошем, комфортном автобусе до своих работ. С 7 до 19. Интервал движения 86-й – полчаса, 177-й – 1 час. Если маршрут будет объективно востребован, то, разумеется, расписание будет сформировано таким образом, чтобы максимально удовлетворить потребности горожан.